Здравствуйте, уважаемые эксперты и участники конференции. Я Арианов Андрей, ученик 7 класса Покровской школы номер 3. Тема проекта – модель копии метеорологической ракеты ММР-06. Обоснование выбора темы. Я занимаюсь техническим моделизмом, спрыжки моделей. Сферой моей работы был планер, потом резиномоторные самолеты. Позже я начал делать спортивные модели ракет. После этого меня заинтересовало, как летают настоящие ракеты. Я решил сделать модель копию, чтобы это увидеть своими глазами. Цель работы первая – узнать, что влияет на характеристики полета модели ракет. Вторая – создать и запустить модель копию метеорологической ракеты. Задача – изучить литературу по ракетомоделированию, подготовить технический рисунок и чертеж модели, изготовить действующую модель копию ракеты ММР-06. Гипотеза первая – на характеристики полета модели ракеты влияют ее аэродинамические свойства и двигателя, и атмосферные условия. Вторая модель ракеты со стандартным двигателем 2,5 НС является полетоспособной, если ее стартовая масса не превышает 60 грамм. Практическая значимость – развивать техническую смекалку, конструкторские и изобретательские способности. Практическая часть – ММР-06, советская одноступенчатая неуправляемая малая метеорологическая ракета. Максимальная высота подъема 60 км, разработана в КБ завода «Ижмаш» в Ижевске под руководством заместителя главного конструктора Владимира Наумовича Гринберга. Корпус ракеты выполнен из стеклопластика. Эксплуатация ракеты началась в 1970 году. Я сделал чертеж с масштабом 1:5 и начал конструировать корпус, головной обтекатель, стабилизаторы, парашютирующую систему, направляющие кольца и двигатель. Целью обеспечения безопасности полета на соревнованиях использовал модельный ракетный двигатель с суммарным импульсом 2,5 НС. При использовании данного двигателя необходима стартовая масса ракеты, не превышающая 60 грамм. Представляю вашему вниманию запуск модели копии. Выводы. Изучил литературу ракетостроения. При подготовке технического рисунка и чертежей модели я узнал много новой и интересной информации по истории ракетостроения в мире. Также я усвоил навыки обработки разных материалов различными инструментами, которые пригодятся мне и в будущем. Создал модель копию ракеты с заданными характеристиками и совершил пробный запуск модели, оценил реализм полета на соревнованиях по ракетомоделированию. Подтвердить свою гипотезу, что на полетах ракеты и модели влияет их форма, масса, объем двигателя, диаметр сопла, количество ступеней и количество двигателей, также на полеты модели влияют погодные условия. Спасибо за внимание.